Особое мнение на 101 FM. С нескрываемым удовольствием говорю всем добрый день, ибо понедельник, соответственно, особое мнение сегодня ведет Антонина Тихомирова и регулярный, очень любимый мною и, думаю, что всеми радиослушателями гость, который зовется главный редактор газеты «Бизнес-новости» Олег Прохоренко. И к тому же сегодня, как всегда, естественно, вышла эта замечательная газета. Сегодня понедельник. Здравствуй, Олег. Добрый день всем. Сейчас дневной разворот очень плодотворно, очень качественно обсудил, собственно, и с политическими персоналиями, коим положено и даже, так сказать, в их полномочия входит обсуждать итоги выборов. Но тебя-то не могу не спросить, как раз лицо нейтральное, вот, как главного редактора газеты, которая, собственно, как раз всегда анализирует и политику, и экономику, и так далее. Отвечу, ну, это как раз первостатейные ваши темы, поэтому... Предсказуемы ли были результаты, то, что на довыборах прошли у нас Сураев и Анисимов? Ну, меня удивил результат, который получился в законодательное собрание на довыборах. По количеству имеешь в виду? Избирательному округу? Нет. Там, при том, что пришло людей очень мало, да, там пришло... 10% это хоть был вообще? Меньше 10%, да? Было, что в город на повторные выборы, что в ЗАГС собрание. Вот. И то, что Василий Куприянович набрал немногим больше, там, по-моему, разница в 60 всего голосов с небольшим отрыв от Алексея Вотинцева. Да, то есть это вот такой результат очень на грани, и если выявятся вдруг какие-то нарушения, ага. В частности, там шла речь о том, что студентов привлекали, массово выгоняли, чтобы они... Победившему? Шли, проголосовали. Нет, вообще просто чтобы они пришли на выборы, да, массово голосовали, чуть ли не в приказном порядке, то это вот показатель, на самом деле, показатель того, как голосует электорат в городе Кирове, и на чьей стороне сила, при том, что Василий Куприянович очень сильный кандидат. Да, и идти с ним там бодаться, ну, бесполезно, тем более по своему собственному округу. Всем известно о том, какую он там социальную политику проводит у себя на молочном комбинате. Да, и на молочном комбинате, я думаю, что там вообще вариантов не было, да, у людей, за кого голосовать. И тем не менее, разница, вот эта вот совсем небольшая разница, она показательна. Но тут ведь, видишь, какой нюанс, не исключен. Но что просто вот я не слышала массовых разговоров, призывов в информполе про довыборы. То есть, когда выборы, сам знаешь, все знают. У нас про выборы, ты помнишь, не все знали, парадоксальная была ситуация. Мы-то, понятно, в рамках профессиональной деятельности уже там, значит, в зубах что-то навязало. А у меня рядовые там какие-то знакомые, совершенно не имеющие отношения, спрашивают, что выборы, да, а кого хоть чего. Это было тогда, когда было все, там, значит, шумело. А тут до выборы это про них, в общем, и не знал особо никто. Может, вот до меня вообще... Я живу не в том микрорайоне, да, и не участвовал избиратель в этой гонке избирательной. Но, ты про город. Честно говоря, до меня вообще мало доносилась информация о том, что какая-то идет избирательная кампания. Я думаю, что точечно кандидаты и встречались с людьми и так далее, но делалось это все в рамках одного округа, поэтому вот на весь-то город и ты не слышал, и я особо не слышал. Кроме, поэтому естественно, по Нововятску там вот эти вот скандалы с недопуском двух кандидатов от «Яблока» и от КПРФ, они тоже сыграли свою роль. Это было несколько ранее, да. Ага. Да, и поэтому по Нововятску тоже итог-то выборов достаточно предсказуем. То есть фактически у Алексея Анисимова, это представитель «Единой России», у него уже там альтернативы не было, да, там какой-то довольно сильной. А Дорофеев собрал Ну, Дорофеев меньше? Собрал немало. Он собрал почти треть голосов избирателей, при том, что, опять же, 10% всего пришло на участки, да, и как правило, те, кто приходят, они голосуют там не протестно, а как раз-таки, в такой-то уж ситуации они адресно приходят. Ну, голосуют частично, там, большей частью за «Единую Россию», за партию власти, потому что являются таким электоратом, зависимым от партии власти. Да, и я думаю, что если бы все-таки кандидат там от КПРФ был, была бы драка более ожесточенная. А его просто не было, да, от КПРФ? Да, Александра...
Александра Авдеева, да, это... Это вот те самые снятые. Предприниматель, он же один из ларёчников, тех самых активных, которые в Москву ездил и так далее. Его не допустили там из-за того, что не была уведомлена избирательная комиссия вовремя о том, что его выдвинули кандидатом. И на этом основании сняли. Суд не нашел оснований для признания этого решения избирательной комиссии недействительной. В результате, как бы, ну, получилась такая усеченная избирательная гонка без одной, без второй сильной оппозиционной такой партии. Да? Справедливая Россия не смогла перетянуть все одеяло на себя и составить достойную конкуренцию. Ну, в результате итог ожидаем. И как теперь приходит в голову крамольная мысль, не исключено, что не удалось отстоять свою точку зрения кандидату от КПРФ по той самой причине, по которой кировские коммунисты решили открыть новую школу ораторского искусства, мастерства, значит, это, как сообщает пресс-служба КПРФ, вот теперь кировских коммунистов научат профессионально выступать на митингах, хотя, мне кажется, они уже и так умели. Но вот, как показывает, да, то есть, значит, представитель... Даже не представитель, он, наверное, член партии, я полагаю, да, и они просто идейный товарищ Александр Бояринцев, который создатель театра «Теорема», вот он, значит, руководит этой школой, mm-hmm. и он, я понимаю, идейный вдохновитель. Скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к этому прекрасному мероприятию? А мне вот еще интересно, а они будут пускать учиться ораторскому мастерству некоммунистов? У меня этот же вопрос, да, различных единороссов и прочих беспартийных, потому что, в принципе, это пригодилось бы всем. Особенно радиоведущим, да, некоторым. Другое дело, что у нас, вот если это обучение выступлением на митингах, да, то у нас митинги не так многолюдны. Как правило, люди просто на это забивают. Зато будут ходить слушать красивую речь, ну, понимаешь? К сожалению, красивых речей, видимо, люди наслушались уже и по телевизору, и настолько устали от именно красивых речей. Хочется что-то по существу. Посущественнее. Потом можно наобещать, наговорить много всего, а когда у тебя реально нет инструментов, даже там, придя к власти, что-то изменить, на что-то повлиять, то эти красивые речи потом оборачиваются негативом. И потом я бы предложил другую школу, там, помимо ораторского мастерства. На сегодняшний день понятно, что интернет наступает, и все больше людей общаются посредством соцсетей. Грамотно писать, да? Нужно, во-первых, грамотно писать, во-вторых, грамотно себя рекламировать посредством вот этих новых коммуникационных возможностей, да, посредством соцсетей, Твиттера и прочего, для того, чтобы развивать активность и возбуждать еще и умы молодого поколения, которое, ну да, которое растет, говоря, да, на выборы сегодня не с очень большой охотой ходит, а потенциал-то очень большой. Да, то есть нужно работать с этим электоратом, нужно убеждать, нужно показывать на конкретных примерах, как возможно изменить нашу жизнь к лучшему. Ну, смотри. И это должно быть не просто, вот опять же, можно там ярко выступать, бросать яркие лозунги, а можно делать это умно и показывать, что конкретно мы можем и каким образом, с помощью каких инструментов можем изменить. У нас конструктива, к сожалению, не хватает. Ну, да, и у партии власти есть конструктив, но нет, вот, на мой взгляд, нет таких ораторов, которые могли бы зажечь толпу, там, повести за собой. А у коммунистов, напротив, есть действительно достойные ораторы, но они, не, к сожалению, не в состоянии что-то вот в реальности изменить, да, и они не предлагают конкретных путей выхода. Они критикуют, но конкретного позитива, да, изменений, которые способны нашу жизнь перевернуть к лучшему, тоже здравоохранение и так далее, они не предлагают. Но при этом ты вот замечательную идею предложил, что хорошо бы затеять вот такие какие-то там курсы, такую какую-то школу. Но так идея-то правда хороша, так займись. Ну, я не считаю себя таким асом, да, в соцсетях. Я Нет, ты можешь стараюсь быть, ты можешь быть идейным вдохновителем, можно. Понимаешь, как бы инициатором этой классной идеи, а там, глядишь, и хорошая идея.
Теперь давай про назначение. Тут я не знаю, что я могу попросить, просто прокомментировать персонажей. Вот. Хотя, по мнению ряда газет и тех, которые априори и давно, долгие годы у нас любят возмущаться по тем или иным поводам, например, очень большое возмущение газета «Вятский наблюдатель» вызвала фигура Натальи Витальевны Беляевой, которая назначена на должность РСТ. Дескать, это вот креатура, там сосватана, и человек непрофессионален, и так далее, и так далее. Ну, нельзя вообще, там сказать, говорить такие вещи, если ты с человеком не знаком. Но просто СМИ ведь пишут. Угу. Далее назначен на должность главы департамента строительства и архитектуры Перминов. Кстати, я вспоминаю, что как раз мы с тобой сетовали месяцем где-то ранее. Да, что у нас обезглавлены у нас, все да, департаменты. Наконец-то департаменты вот, обрели смотри-ка, своих глав. Да. Вот культура только, по-моему, еще пока бесхозная. И глава департамента экономического развития теперь будет Толстобров. Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич, что можешь сказать в свете вышеизложенного? Ну, не только наблюдатель писал про эту ситуацию в РСТ. Ситуация действительно спорная, и не зря там письмо было губернатору и органы правоохранительные со стороны энергопрофсоюзов по поводу вот, проталкивания этой кандидатуры. Я не сомневаюсь, что конкурс сам прошел честно и без каких-либо там нарушений, да, то есть все было сделано предельно конкретно, но не заметить появление там новой фигуры в РСТ за полгода до назначения было невозможно, да, пройти мимо. Тем более из другой сферы, тем более из ГДМС. Гордормостроя, да, руководителем которого был действующий сити-менеджер Дмитрий Драный. Вот, поэтому вопросов возникает много. Я думаю, что вскоре нам станет более ясно, почему возникла необходимость. Именно Елену и Наталью Витальевну на эту должность провести, да. И то ли вот есть подозрение, что связано это с какими-то преобразованиями в Горэлектросети, угу, которую Сергей Матковский сейчас возглавил, насколько ты знаешь, да? И да, что, ну, давненько ведь уже, что, да? Что будут либо банкротить, либо передавать в какие-то другие руки, частные руки. Посмотрим, насколько подтвердятся эти опасения, которые энергопрофсоюзы высказали в своем письме. Но, на мой взгляд, там были кандидатуры, которые не менее достойны, и которые действительно в этой сфере уже давно и собаку съели. На тарифах. Не с этим ли отчасти связано возмущение, как заявлено в наших с тобой темах, возмущение Валерия Турула, который намерен отстранить от должности Дмитрия Дранова? Ну, вот ты тоже читал, я не знаю, как бы тоже, по-моему, в нескольких СМИ это было. Об этом депутат заявил на заседании комитета Заксобрания по экономическому развитию. И мне еще очень понравилось, я хочу сразу ретранслировать комментарий твой этой темы через газету «Бизнес-новости». Вот на четвертой полосе статья «Связан по рукам», где у вас написано, что Валерий Турула отказывается от полномочий председателя комитета Заксобрания как раз по экономическому развитию. И цитирую Валерия Турула: «Решения комитета не исполняются, персона председателя неадекватно воспринимается, что вносит деструктив в конструктивные начинания комитета». Не, ну там высказывание Валерия Николаевича было связано по поводу Дмитрия Дравного не с этой темой, да? Я поняла, РСТ, я просто объединила. А с киосками, и там ситуация на сегодняшний день действительно аховая, то есть в этом я... По киоскам? Да. Валерия Николаевича всецело поддерживаю, мы отслеживали эту тему, и сложилась такая ситуация, что на сегодняшний день принята схема размещения нестационарных торговых объектов. Сократили примерно раза в два больше, чем оставили мест размещения их. Кроме того, предложили некоторые места, но мы опять же сделали объезд по одному там Октябрьскому району. Примерно половина из этих мест, небольшого числа предложенных мест, они не совсем подходят для размещения именно в силу того, что там мала проходимость людей, да, не очень там высокая покупательная способность жителей этого, того или иного микрорайона. Вот. А есть подозрение, что здесь такая, ну не подозрение,
зрения. Есть коррупционная составляющая, да, когда решение принимает даже теперь уже не Кировская городская дума о том, кого включить в эту схему дополнительно. А кто? Это решение принимает город-администрация с подачей теруправлений. То есть, если теруправление считает возможным, что этому предпринимателю мы даем право вот разместиться на этом месте, они подают заявку в город-администрацию, город-администрация принимает. Вопрос, а это решение, оно зависит от чего? От того, что какой-то из предпринимателей ближе к телу, да, имеет дополнительный доступ и получает дополнительные бонусы. Вот нерегламентированность, она порождает массу слухов, домыслов и подозрений в том, что не будет все честно. То есть здесь город-администрации нужно этот механизм как-то более тщательно продумать. Если уж никого не пускать, да, то никого не пускать. Если кого-то вносить, то нужны через реальные веские основания. Почему именно того, а не иного предпринимателя включили в схему размещения? Ну или действительно через Гордуму, да, чтобы это хотя бы как-то вот вентилировалось, обсуждалось. В противном случае, понимаешь, на этом рынке все очень сейчас становится сложно вдвойне, потому что нельзя торговать пивом, скоро нельзя будет торговать ларькам сигаретами. Это будут цветы, вода и продукты какие-то. Что, и сигаретами, да? Нельзя будет торговать? Да, скоро сигареты нельзя будет в ларьках продавать, а только в стационарных магазинах. То есть они так или иначе, если они не востребованы жителями, закроются. Искусственно создавать им препоны. Ну, посуществовали бы, да, пока сами бизнес бы не прикрылся. В том-то и дело. Бизнес очень такой сейчас становится сложный и тяжелый с точки зрения как раз сохранения оборотов. Нужно изобрести еще велосипед и подумать, что, чем торговать, если уходят вот такие две важные составляющие. Тогда вообще нелогично, зачем было затевать эту войну, если бы они сами отсохли бы просто по причине селекции, так сказать. Вот, ну, понятно, что по пути наименьшего сопротивления легче всего было торговать. Я предлагаю вернуться к началу. Да? Все-таки некоторые предприниматели хотят остаться, и у некоторых есть возможности для того, чтобы пролоббировать это. Попадание в схему, может быть, имеет место и это. Но это всего лишь домыслы, да, пока таких случаев не зарегистрировано. Я не могу об этом просто говорить. Ну, вообще странная, конечно, ситуация весьма. Вот для меня она как-то вот, ну, очень непонятно на самом деле. А то, что касается Валерия Турула, тут же был скандал в законодательном собрании, когда он предложил даже снять свою кандидатуру, вернее, не кандидатуру, а снять с себя полномочия главы комитета по предпринимательству и промышленному развитию. Uh-huh. И, на мой взгляд, здесь понятно, что он сам тоже может быть такая фигура спорная весьма, то есть он всегда очень такие яркие вещи вбрасывает, которые никак не продуцируются затем в законопроекты. Многие вещи касаются, не входят в компетенцию законодательного собрания. В то же время человек очень здравомыслящий, очень хорошо знает ситуацию, и вот те сферы, в которых он компетентен, он действительно компетентен, да? Сейчас он занимается там мелкорозничной торговлей, он знает ее очень хорошо. Другое дело, что это не тема ЗАГС-собрания. Вот, и будет ли принято его вот это прошение об отставке с глав комитета? Ведь изначально даже сам комитет, на мой взгляд, он один из ключевых, но он не был включен в перечень комитетов, руководители которых работают на освобожденной основе. Понятно, что связано это было не потому, что комитет вот такой, а потому, что там его возглавляет Валерий Николаевич Турова. Может быть, и он, как мудрый человек, да, предложил снять себе полномочия, чтобы это не сказывалось в целом на работе вот комитета и структур предприятий, которые от его работы зависят. Так что посмотрим, чем это все обернется, чем закончится. И дай-то бог, чтобы, по крайней мере, этот комитет не утратил своего влияния, потому что сфера промышленности, сфера малого предпринимательства, она не является боковой, она, конечно, является основной для поступления налогов. Да. Продолжаем разговор, переходим к теме не менее важной, просто в совершенно как бы, ну, параллельной реальности существующей, к политическим ситуациям, ну, хотя и здесь политика есть.
То, что происходит на дорогах, то, что происходит по части, вот, совершенно справедливо вашей статьи, названной в Лиде «Дорожными трагедиями». Статья называется «Ночной дозор» на 8-9 полосах. Очень хороший у вас тут такой полный анализ и вообще всего того, что происходит, и то, что подключились уже к ситуациям на дорогах все, кто мог, то есть это, значит, там привлекли уже «Энкаунтер», да, значит, и кто еще ночной у нас, дозор, какие, да, «Ночной дозор», ну вот аналоговые эти дела, предприниматель Косолапов Сергей, значит, совладелец ночных клубов, тоже решил к этому делу поиметь отношение и тоже, значит, призывает всех дежурить. Я знаю, что в минувшие выходные, в субботу, по-моему, абсолютно все смешники выезжали, значит, с тем или иным дозором поснимать, как что происходило. Но одно плохо, что, наверное, это, как всегда, пойдет на спад, как у нас бывает. А то тут, ну, просто, да, на общей, да, волне. Тут вспыхнуло и голубь. Ненадолго. И мы, у нас как раз параллельно вот это вот чудовищная авария с четырьмя машинами. Причем и здесь нашли национальную почву по той простой причине, что человек, который стал инициатором этой аварии, не русский, и из этого опять не, раздувают. Не инициатором, пока считается, что он один из участников. Один, да, но... Хорошо, да, ты, спасибо, есть, что меня поправила, доказано. То я потом, да, еще, значит, пострадаю за неправильно сказанное. Хорошо, один из участников трагедии, но, тем не менее, это заявлено и, наверное, выдано разрешение. Я знаю, что в среду будет проходить митинг по этому поводу. И, кстати, волею случая, очень интересно, причем не совпадение, насколько я знаю, что день был специально перенесен, проходящий сейчас гражданский форум, инициированный общественной палатой, перенес день круглого стола по межнациональным отношениям на среду, ровно на тот день, когда будет чуть позже проходить митинг. В общем-то, с этим же подтекстом, может быть, это, кстати, как-то повлияет. Но к форуму чуть позже. Я хочу тебя попросить сказать несколько слов, во-первых, вообще по ситуации, о том, что происходит. И не просто тебя, как главного редактора, хочу попросить, а как новоиспеченного члена общественного совета при УВД. Значит, вошел, я так понимаю, я вообще из новостей об этом узнала, хочу тебе сказать. Что тебя сподвигло туда вступить, и как ты вообще расцениваешь работу этого общественного совета при УВД? Потому что, как я знаю, на совещании, которое вот состоялось только-только, откуда я узнала из новостей, секретарь общественной палаты Тахир Мамедов вроде как там довольно резко высказался и сказал, что это там неповоротливое создание, структура, да, этот общественный совет, и недемократичное, и так далее. Ты что думаешь об этом? Ну, во-первых, приглашение, то есть туда не вступают, там, по доброй воле, да? Ах, вот так! Туда получают приглашение, и... Хорошо, пошутил. Я, конечно, не думаю, что я там самый достойный, да, из всех. Ну, ладно. Но, тем не менее, было пожелание действующего главы, нового главы МВД по Кировской области, Сергея именно Александровича Солодовникова, включить как можно больше представителей или СМИ, в том числе со мной вместе войдет в этот совет Андрей Андреев. Андрей Петрович Андреев. Ага. Это ага. Представитель российской газеты в Кировской области. Делается это, я так предполагаю, с той целью, что вообще общественный совет, для чего он создается? Это мониторинг того, что происходит в области, и непосредственная передача этой информации начальнику УВД. Да, для того, чтобы она не была искажена, для того, чтобы она была из первых рук. И это очень здорово и очень хорошо, что он на это идет. Он сам сейчас ездит, насколько я знаю, по области, и первым делом встречается там не с начальниками райотделов, да, а разговаривает с людьми. И это после нескольких разговоров он принимает решение, снимать того или иного начальника РОВД или нет. То есть насколько он работает или не работает. Может быть, эти действия поспешны, но они верны в той части, что именно люди являются мерилом для работы правоохранительных органов. И оценка идет, вот последнее время оценивается работа правоохранителей как раз-таки не по результатам там раскрытых происшествий, а по удовлетворенности людей, насколько люди чувствуют себя безопасными. И вот здесь эта ситуация с тем, что происходит на дорогах, вот у меня нет на сегодняшний день уверенности, и я сам являюсь автомобилистом, да? И мне страшно то, что происходит. То, что вот я частенько сам уже боишься ездить, еду, да? Когда на дороге, я думаю, вот какой-нибудь такой же вылетит мне навстречу, да, и как я буду действовать? Я вполне возможно вылечу тоже на встречную полосу. У меня 11-я машина. И я в ту ночь как раз ехал, когда вот это домой ехал с верстки газеты и видел эти груды железа. Я ехал не на автомобиле, я ехал на велосипеде.
видя, но думаю, вот ехал бы я на своей машине в это время у кинотеатра «Октябрь», неизвестно, чем тут бы же все кончилось. Тут же бы как раз и ехал то бы, есть да? Я был просто в шоке. Да? А если бы я ехал еще с детьми? Я сейчас уже думаю о том, что пора менять машину на какую-то более безопасную. Но что... смотреть не только машин касается. Ты же вспомни, чуть ранее у нас и пешеходов сбивали, и велосипедистов сбивали. Покусаю сейчас язык, потому что ты на велосипеде сам говоришь, ездишь. Да, то есть да. У нас никому не безопасно. У нас вот поэтому, все, кто угодно. Поэтому я всецело поддерживаю как любые увеличение да? контроля на дорогах. То есть до 20 этих самых ДПС, нарядов ДПС увеличено количество по городу Кирову. Причем Солодовников пообещал, что если ситуация не исправится, если будет недостаточно, то я добавлю еще с благополучных районов, выведу сюда в город. Ну, сокращение полиции, милиции, они коснулись вот и этой сферы тоже на сегодняшний день. И, с одной стороны, это я всеми руками за то, что беспредельщиков и тех, кто пьет за рулем, карали безбожно и лишали прав. То есть, если меня поймали, то лишайте меня прав, чтобы это относилось ко всем без разницы. Будь то там большой начальник или рядовой житель города Киров, чтобы не было телефонного права. Это тоже прозвучало в его речи, в том числе, когда он выступал перед общественным советом. Нам, кстати, выдадут корочки, как я узнал, которые будут... Ну, Николай Михайлович Липатников, тоже член общественного совета, уважаемый мой, пошутил, что будут давать право увеличивать скорость на 5 км в час. Вот. Но на самом деле они, эти корочки нужны еще и для того, чтобы, если ты видишь, что полицейский совершает какой-то поступок, не красящий его, ест семечки, например, на посту, да, там. Да ладно, это тоже вот Николай Михайлович сказал, что ехал как-то мимо поста стационарного и увидел полицейского, который жует семечки, остановился, но ничего особо не мог ему предъявить, потому что, ну, кто он такой, рядовой гражданин, да, а здесь ты наделен хоть какими-то полномочиями и можешь непосредственно общаться напрямую с главой МВД. Ты точно такой же гражданин в плане соблюдения прав и правил, но ты можешь, если видишь какое-то безобразие, можешь напрямую сообщить. Понятно. Все равно насчет семечек не считаю, вот. У Сергея Косолапова, или мы сейчас... мы сейчас на рекламу прервемся. Да, потом я думаю, что продолжим, потому что тема очень такая животрепещущая. Особое мнение на 101 FM. Немножко недозакруглили мы тему, которая совершенно бесконечна, и вообще можно посвящать очень много времени, пока что-то не сдвинется с мертвой точки. Это для тех, кто подключился только что, касается чудовищных ситуаций на дорогах. И ты хотел что-то еще добавить? А, ну да, гость-то мой сегодняшний, главный редактор газеты «Бизнес-новости» Олег Прохоренко. Ты хотел закончить по поводу инициативы бизнесмена Сергея Косолапова, что... По ночному дозору. Это публикация в нашей газете, на мой взгляд, наиболее интересная, потому что журналист съездил и с ночным дозором еще в прошлую пятницу. Я, кстати, тоже присоединился, когда номер сдал, прокатился немножко, посмотрел, как это происходит изнутри, и затем еще и репортаж с сотрудниками ДПС. И выяснилось, что вот этот дозор сам по себе, ночной дозор, он дает немного. Да, это как бы добровольные помощники полиции, потому что сами задерживать молодые люди не могут, не имеют права, они могут позвонить, что в таком-то направлении, от такого-то клуба выехал водитель, который вроде как выпил. Телефонами-то они между там собой... Там есть договоренность с Федором Кузнецовым, с действующим руководителем городского ГИБДД. Вот. Но проблема в том заключается, что на сегодняшний день очень неудобен порядок оформления протоколов. Это занимает массу времени, и когда мы посылаем еще дополнительно там, сообщение, что туда-то поехал там, такой-то товарищ, и оно оказывается вдруг ложным, то мы отвлекаем работу от другой работы. И кто-то пьяный, и там есть такой вывод, в публикации в том числе, что если хотите, чтобы ну, как бы выпили и хотите проехать спокойно по городу, позвоните и скажите, что в таком-то районе заметили пьяного водителя в другом районе.
да, и все. И можете беспрепятственно ехать за рулем и это и у вас написано? Да, это у нас написано. Это вы такой сценарий рассказали всем? Это не мы всем. Такой сценарий рассказали, это просто вот реально, что может случиться из-за того, что не хватает рабочих рук. Причем бывший, ты, наверное, знаешь, Василия Татаринова, это бывший командир полка ДПС ГИБДД, гонщик известный, да, он предлагает все-таки довести количество сотрудников полка там до 500 человек. На сегодняшний день это 150 всего. Там, при необходимых 500. Я думаю, что это не совсем корректно, потому что меняется жизнь, и нужно вводить скорее электронный контроль. Нужно вводить как можно больше вот камер видеонаблюдения. Нужно вводить... Сейчас Солодовников предлагает закупать недорогие треноги, выставлять их по городу, чтобы замерять хотя бы скорость движения, чтобы можно их было не проверить... Их не унесут. Ну, это вопрос решаемый. Я думаю, что технические вещи, они решаемые. То есть нужно не людьми заменять, нужно как можно упрощать процедуру оформления, да, и оформление в том числе по фото-видеоматериалам, чтобы человек получал. Не нужно было заморачиваться там на длительные процедуры, чтобы была доказательная база, и эта доказательная база в виде фото-видеоматериалов принималась судом. Тогда ситуация может радикально поменяться. Как это есть там в Эстонии, где действуют вот эти вот... Да, в любой европейской стране на сегодняшний день, да, ты не увидишь полицейских на дорогах. Да, они выходят только, когда уже ситуация критическая, когда нужно кого-то задержать, действительно, там, беспредельщика. А так все регулируется дистанционно посредством камер. Сейчас это уже стоит не так дорого, это не такие большие деньги и вложения, да, но ситуацию могут существенно улучшить. Осталось буквально 3 минутки, придется от каких-то тем отказываться. Предпочту взять то, что более всего беспокоит абсолютно всех. И, как показывает жизнь, периодически темами для обсуждения становятся не какие-то публикации в СМИ, а посты просто от реальных живых людей. В частности, мы с тобой обсуждали до эфира с коллегами. Это пост из газеты «Вятский наблюдатель». И, значит, они брали с сайта «Кировчанка.ру». История показательная. Как человек пытался вылечить себя, упав и, там, сказать, получив травму носа. И, значит, сколько пришлось пройти, ну, описывать не будем. Пусть кто хочет именно, на что мы ссылаемся, почитает. Но мне кажется, такие яркие истории есть у всех. Мне очень хочется обсудить это. Я постараюсь уложиться вот очень кратко. Давай. Почему? Я, потому что у меня была такая же история, очень похожая история, тоже связанная с лором. Зимой, причем перед рождественскими каникулами, когда у меня вдруг обнаружился гайморит, какой-то вирусный, это да? Жуткая вещь у меня. Никогда тоже не болел, но опасно вот заболел гайморитом. Пришел к врачу на прием, причем оказалось, что талонов нет сегодня, талонов нет завтра, и талонов до Нового года нет, потом рождественские каникулы и адьё. И я мог бы слечь в больницу, да, и мне предлагали, а не хочешь в больницу слечь? А так-то у меня еще есть дети, жена, там, работа, обязательства какие-то. Какой-то банальный гайморит. То есть реально не хватает просто врачей. Те врачи, которые сидят, талончики к ним разбираются, я не знаю, там, в мгновение ока, и ты не можешь их получить. Если ты работаешь, тем более не можешь, да, если ты еще не работающий, слава богу. На черта надумали эту электронную регистратуру, которая, походу, не работает. Прокалывал несколько раз этот долбанный нос в больницу и куда угодно. Писал письмо тогдашнему главному врачу области, Курдюмову Дмитрию, сейчас он вернулся обратно в травму, так и ответа не получил, да. Как улучшить ситуацию? Понятно, что они получают, бедные, там, по 7 тысяч рублей, но это не зарплата, да, врачи, и найти не могут второго врача, который необходим, просто по штату необходим. Решил проблему очень просто. Платно мне подсказали, пошел. Да, мне подсказали, ну, очень хорошего платного врача, я заплатил 500 рублей, он мне прописал самые недорогие и эффективные уколы, средства в нос, сказал, что делать надо, что делать не надо. Все это продлилось 15 минут, и через неделю я был уже здоров, как бык. До этого мучаясь 2 недели, претерпевая все эти круги ада. Вопрос, нужна нам эта бесплатная медицина в таком виде, в котором мне она нужна. Сейчас существует? Вообще, в принципе, я слышала, что у вас в редакционной коллегии там потенциально обсуждается вопрос, чтобы сделать либо круглый стол, еще что-то. Вот очень бы, как читатель, ратовала за нечто подобное, потому что на самом деле непонятно. То есть, ну, тогда можно действительно, давайте голосовать за платную медицину, спокойно платить, но понимать, что тебя вылечат. Но не все могут заплатить, есть те же самые бабульки, у которых денег на это нет. Нет, ну, сегодняшняя... И затык, и ситуация... Просто сегодняшняя страховая система не работает, и это нужно признать. Ну... Она является кривой. Деньги-то кривой. Платятся.
Ну как да, они действительно, получается, работодатель-то платит. Вопрос. Если денег недостаточно, давайте что-то думать, что-то менять. Но это просто фикция. Сегодня нет бесплатной медицины в принципе. Надо вообще, в принципе, действительно сделать вам что-то подобное. И те врачи, позвать, которые работают, это просто, ну, от Бога. Детская медицина, слава Богу, сохранилась. Давай... Если вы сделаете нечто подобное, мы сделаем это обсуждением одной из ближайших программ. Я непременно тебя приглашу в эфир, потому что я думаю, что о медицине, особенно в таком аспекте, можно говорить бесконечно. Даже итогов не подведешь, потому что у нас с Олегом столько всего осталось необсужденного. Поэтому единственное, что могу посоветовать, масса тем, которые мы хотели обсуждать в сегодняшнем свежем выпуске газеты «Бизнес-новости». Нет, читайте те, кто нас слушают, газету «Бизнес-новости», свежий выпуск, и там вы найдете еще масса того, чего, к сожалению, мы не успели обсудить. В эфире был главный редактор газеты «Бизнес-новости» Олег Прохоренко. Работала в студии Антонина Тихомирова. Спасибо всем, удачного дня, удачной недели. Спасибо, до свидания. Особое мнение на 101 FM.